Грохот цинковой урны, опрокидываемый порывом ветра. Автомобили катятся по булыжной мостовой, точно вода по рыбам. Гудзона, еле слышный голос, принадлежащий музе, звучащий в сумерках, как ничей, но ровный, как пение зазимовавшей мухи, нашептывает слова, не имеющие значения. Неразборчивость буквы, всклокоченная капуста, туч, светило, наказанное за грубость, прикосновение, чье искусство отнюдь не нежность, но близорукость. Жизнь в рассеянном свете, и по неделям ничего во рту, кроме бычка и пива зимой, только глаз сохраняет зелень, обжигая голое зеркало, как крапива. Ах, при таком освещении вам ничего не надо, ни торжества справедливости, ни подруги. Очертания вещи, как та граната, взрываются, попадая в руки, и конечности коченеют. Это от того, что в рассеянном свете холод демонстрирует качество силуэта, особенно если предмет не молод. Спеть что ли песню о том, что не за горами, о сходстве целого с половинкой, о чувстве, будто бы вы загорали наоборот в полнолуние с финкой. Но никто, жилку надув на шее, не подхватит мотивчик ваш, ни ценитель, ни нормальная публика. Чем слышнее куплет, тем бесплотнее исполнитель.